смотри, огурчик прыгает по кочкам. Вот это у нас заводная ночка. Вот это прикол, конечно. Давай, огурчик. Хей, здорово, чуваки, с вами, как обычно, я Рейлюха, и мы продолжаем играть в GTA-шку 5 и проводить крутые экспериментики с нашими тачками. И мы, ребят, продолжаем наши экспик, ребята, водные кочечки. Напоминаю, вот такие у нас водные кочки, которые нам все нужно проехать и доехать до финиша. Да, ребят, эти водные кочки могут нас очень сильно замедлить, и мы тут можем утонуть в воде. Да, и тачка просто не поедет, но до финиша нужно доехать. А какие у нас сегодня тачки, ребят, просто гляньте. У нас сегодня вот такой какой-то, я не знаю, что это такое вообще, смарт какой-то на гусеницах. Как? Что за гусеницы вообще? Потом у нас идет ватрушка вот такая, капец, да? Потом Салли и Стасик, потом длинный огурец, очень длинный огурец, молодец! Потом у нас идет машина со свалки, сгоревшая, как поломанная вся. Машина рыба вот такая гигантская. Потом красный вот такой вот шланг из тачек. Потом у нас скейтборд. Потом у нас идет молния Маккуин. Такой, ну, знаешь, немножко прокачан, у него очень прикольная раскраска, да, такая новая, просто бигфутик офигенский. Это получается вот такая крутая Ламборгини, тут у нас крутой мощный грузовик, это у нас такой вот мини-венчик. Самое интересное, у нас сегодня вот такая тачка, есть, это лимузин Владика А4, да, просто глянь, то есть это не обычный гелик А4, а это лимузин, прикинь, лимик, просто длиннющий, офигенно, да, и посмотрим, как сегодня лимузин Владика А4 проедет, да. А и вот такая у нас еще есть, получается, машиночка из будущего. Вот такая прикольненькая. Ребят, с вас обязательно лайкосик за такой видосик. Подпишись на канал, если еще до сих пор этого не сделал. Да, всем приятного просмотрика, смотрите до конца. И приятного аппетитика, если вы, конечно, кушаете или пьете чаечек. Ну а мы начинаем! Садимся, ребят, сначала в Салли. Посмотрим, как круто Салли машинка из тачек сможет тут проехать. Ну что, ребят, начинаем наш экспериментик. 3, 2, 1, поехали! Давай с горочки разгоняем нашу машиночку! Разгон! И все, кочки пошли! Кочки пошли! Ё-моё! Ребята, вау! Капец! Блин, слушай, а Салли очень даже проходима. Ой, ё-моё, выезжай, 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 выезжай. Куда? Да куда? Вот я же говорил, ребят, водные кочки это трудно. Блин, ну я думал, она даже вначале застряет. Но она, ребята, проехала. Посмотри, половину? А это только первая тачка, ребята. Это реально только первая тачка, но это повезло. Это по-любому повезло. Да, Салли у нас везунчик, да. Погнали сразу дальше, и давай мы проверим, докуда нас доедет ватрушка. Вот такая ватрушечка. Посмотрим, получится или не получится. У нас тут круто проехать. Так, давай-ка берем, разгоняем нашу ватрушку. Аккуратно. Все, погнали на ватрушке. Давай, давай, давай. Топим. Что-то как-то медленно. Вау, капец. Ё-моё. Ребята, вау. Да я... Блин. Вот это прикол, конечно. Я просто перевернулся на ватрушке. И как встать? Не, ребят, встать никак. И ватрушка проехала очень мало кочек. Их 3 только. Все 3 кочки только проехала начальная. Ну, блин, хотя бы столько, да. Хотя бы столько ватрушка проехала. Уже, ребята, хорошо. Вы вообще, ребятушки, пишите в комментариях, как у вас делишки, как ваше настроение, как ваша погодка за окном. Потому что комментарии я всегда читаю, лайкаю. А самый крутой комментосик попадает ко мне видосик, да. Поэтому еще хочешь, если я тебе видосик добавил, да, то пиши свой крутой комментарий. Все очень, ребята, просто. Так, ну мы садимся, получается, вот в эту машинку на гусеницах. Чё? Как она так? Как она так? Дверь? У нее так двери круто открываются. Вау. Так, ну ладненько. Поехали на этой тачке, на этих гусеницах. С этой горки разгоняем. Она... Ребята, тачка... А, чё такое? Чё лагает? Лаги. Тачка лагает просто непонятно как. Ну она... Ребята, едет? Она, в принципе, едет. Хоть и очень, ребята, медленно. Хоть и очень... Не очень, но она, ребята, она почти замедлилась. Ребята, она реально почти замедлилась и просто капец. Все, наверное, да, кирдыки будут сейчас, да. Да, ребят, все, тачка просто взяла и заглохла. Ёшкин кот, ребята, ёшкин кот и ёшкин дрын. Ну ладно, в принципе, нормально, это всего лишь первые тачки. Ничего страшного, если они очень плохо едут, потому что это, да, самые первые машиночки. Поэтому погнали дальше. Давай теперь проедем мы, например, вот на вот такой вот тачке со свалки.
Садимся, заводим и, ребята, погнали. Просто поехали на этом сгоревшем фургоне. Посмотрим, докуда он вообще сможет у нас доехать. О, он, кстати, быстрей. Он, кстати, быстрее едет, реально. Вау! Ё-моё, ребята! Ё-моё! Тихо-тихо-тихо-тихо! Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Давай, едь-едь-едь! Ну, едь! А, все, что ли? Да, ребята, он недолго пожил у нас. Ну, кстати, он уже зато сам припарковался. Смотри, он реально сам припарковался, даже парковать его не надо. Уже стоит красиво. Ну, кстати, доехали до Салли почти. Да, ребята, ну, результат хороший. Но нам все равно нужно подальше, подальше, прям до финиша. Да-да-да, ребята. Так, поэтому давай мы поедем, получается. О, давай на шланге приедем. Да куда нас доедет вот такой вот красненький шланг из тачек? Водичкой пополиваем. Да, можно пополивать водичкой, тачки помыть все-таки. Круто. Так, ладненько, все. Давай, берем разгон. Берем разгон, ребята. Давай, шланг, разгоняйся. Посмотрим, докуда ты сможешь нас доехать. Так, прыжок. Ё-моё. Давай, о, опачки. Давай, 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 шланг, пожалуйста. Езжай. Давай, водичкой пока пополиваем кого-нибудь. Вот тебя пополиваем. Помоем машинку грязную. Давай, 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 поехали, поехали, поехали. Давай, Салли. О, я уже, смотри, смотри, докуда я уже доехал. Давай, едь. Чё ты не едешь? Все, давай, давай, пожалуйста, пожалуйста. Он уже еле едет, он, потому что слишком много воды нахлебался, наверное, да? Давай, 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 поехали, поехали. Ё-моё. Давай, 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 поехали. Выезжай, выезжай, шланг. Ёшкин матрёшкин, опять поварёшка. Да, к сожалению, мы проехали. Но это больше половины, ребят. Мы проехали больше половины. Ладно, мы берем и сохраняем напротив, ребята. Мы почти до финиша доехали. Мы доехали почти до финиша на шланге. Хорошо, результатик опупенный. Так, погнали мы теперь, получается, на гигантском огурце, что ли. Садимся в этот огурчик, он реально очень длинный, ты посмотри. Да я на этом огурце сейчас просто все кочки перелечу. Итак, разгоняем наш огурчик. Это куда? А куда я в небо-то лечу? Что это такое? Он читерский! Ребята, что с огурцом? Ребята, а что с огурцом? Ребята, я куда-то вообще полетел. А где я? Ребята, огурец летающий! Ребята, что это было? Этот огурец меня просто не слушается. Я еду, а он взлетает. Как это понимать, ребята? Он реально не хочет по кочкам ездить. Но я пытаюсь, в принципе, смотри. Он даже первую кочку не может нормально проехать, ребята. Посмотрите, берем. Раз. Во! Все, поехал вроде, да? Поехал! Вроде поехал! И он, смотри! А, смотри! Огурчик прыгает по кочкам! Вот это у нас заводная ночка! Вот это прикол, конечно! Давай, огурчик! Огурчик, давай, давай! Давай, прыгай, прыгай, попрыгунчик! Ты же крутенький огурчик! А-а-а! Ё-моё! А-а-а! Тихо! А что за слез-то? Ребята! А что? А что с огурца-то слез? Огурец, ты чё перекатываешь? Ребята, огурец тонет! Сейчас огурец утонет! Ребята, огурец потонул! Огурец полностью потонул, посмотри! Ё-моё! Огурчик, ты куда? Ё-моё! Ну, зато теперь мытый огурчик и чистый. Везде нужно искать, ребята, плюсы. Везде. Ребята, все, забыли про этот огурчик. Не хочет нормально ездить и не надо. Садимся в рыбу. Рыбка, вот такая рыбка. Язик здоровенный. Здоровенная рыба. Давай садимся. Ой, а точнее готовимся. 3, 2, 1, погнали. Кочки, кочки, ждите нас. Мы едем на рыбе. Рыба, давай, разгоняйся. Рыба, и погнали. Вау. Ё-моё. Ты чё, окунёк? Подожди. Давай, обратно, задним ходом. Задним ходом мы по кочкам ездим прямо на рыбке. Срочно. Ха, вот такая рифма, нормально? Четкая рифма. Рифма крутая, рэпер. Рэпер от бога, стих, стих четкий. Так, давай-ка, давай-ка, опа. Смотри, да я походу сейчас на рыбе до финиша уже доеду. Ребята, так я на рыбе сейчас до финиша доеду. Задним ходом, смотри. Задним ходом, смотри. Рыба проехала все кочки. Да, ребята, это первая тачка сегодня у нас на финише. То есть, получается, мы взяли и на рыбочке вот эти все кочечки взяли просто и проехали. Вау! Ну, первая тачка, ребята, есть. Но нам нужно побольше машин. Поэтому погнали дальше. Да, погнали теперь вот на таких вот тачках. Давай возьмем что-то покруче. Например, Ламборгини. Садимся в Ламборгини. Вот такая крутая просто ламба. Посмотри, она еще с нитроускорениями. Поэтому сейчас мы просто на ней очень круто прокатимся. Итак, давай, Ламборгини. Круто, разгоняемся. И погнали. Вау! Вау! Ничего себе!
Ничего себе! Вы видали? Подожди, а если... Подожди, давай. Попытка номер два. Давай попробуем еще разочек, но уже поровней. А то я реально куда-то улетел не туда немножко. Давай, поровней. Подожди, берем. Разгончик берем. Давай, разгон. Нитро! Бам! Ой! Она же нормально летела! Почему она сейчас не захотела лететь? Ну, она едет хотя бы. Ребята, она едет. Она реально едет, смотри. Она четко... Четко едет. Смотри, Ламборгини. Ну, понятно. Короче, Ламборгини, получается, круто проезжает. Да, делаем такой вердикт. Ну, конечно, улетела она очень эпично. Тут ничего, ребят, не скажешь. Кстати, ты когда видосик доказал, досмотришь, обязательно в комментариях напиши машину, которая тебе больше всего понравится. Для этого нужно видосик смотреть внимательно, чтобы выбрать крутую тачку. Так, ну, а я дальше поеду, получается, на Монстр Маккуине. Вот таком крутом с новой раскраской. Реально, ребята, то этот Маккуин выглядит очень стильно. Стильный Маккуин, стильная раскраска, просто и сам Маккуин очень, ребята, крутой и просто зверски выглядит. Погнали! Мне кажется, то, что он проедет очень круто, потому что колеса большие, подвеска мягкая и должен проехать просто изумительно. Вау! Дам, ребята, вот это называется перехвалил. Перехвалил, и даже первую ямку он не смог подпрыгнуть на первой ямке. Ну, в принципе, ничего страшного. Давай, раз... Просто берем, аккуратненько едем, аккуратненько, и погнали по ямкам. В принципе, ты посмотри, он едет четко. То есть, делаем такой вывод, то, что Маккуин едет четко, но медленно. Но знаешь такую поговорку? Тише едешь, дальше будешь. Да, ребят, поэтому, если медленно вот так вот ехать по кочкам, то, в принципе, Маккуин доедет до конца. Просто я не хочу разгоняться, но я могу сейчас вот так вот взять, немножко разогнаться и все равно доехать до финиша, потому что получилось-то. Получилось! Да, ребята, три тачки на финише уже. Уже три тачки на финише. Это просто опупенно. Берем и вот так вот мы ее паркуем. Блин, опупенно. Мне нравится, как мы идем. Мне очень нравится. Ну-ка, а скейтбордик? Давай, залезаем в скейтбордик. И теперь мы просто вот такая доска для скейта. Ну, скейтборд, то есть, да, получается. Итак, давай-ка мы разгоним. Давай, давай, получается, погнали. Давай, опачки! Скейтборд по кочкам! Я на скейте по кочкам! Вау! Давай, преодолеем все кочки. Что, не преодолеем? Ребята, а чё он? А чё скейт едет по кочкам, ребят? А чё скейт по кочкам едет? Так, подожди. Попытка номер два. Давай, скейтборд, погнали. Вау, да ладно, да ладно. Давай, погнали. Да чё он тормозит, ребята? А почему он тормозит? Погнали, погнали, скейтик. Скейтик, родной, родной скейтбордик. Давай, давай, поехали. Он застрял. Ребята, скейтборд застрял, но он проехал наравне с машинкой Салли. Это очень круто, потому что это, в принципе, почти половинка, но я думал, что скейтборд проедет круче. Поэтому берем и сохраняем его вот так вот сбоку, чтобы он никому не мешал. Так, ну мы погнали к очень крутым тачкам. Вот они, просто перед вами, даже в одной из тачек сидит Влад А4. Вот он, Владик. Так, ребят, короче, погнали мы сначала. Проедем на грузовике. Вот на таком крутом заряженном грузовике. Он такой, как будто гоночный, да? Выглядит, конечно, очень жестко. Вау, ребята, это что такое? Это что за аппарат просто? Так, ну давай мы его затестируем на скорость, на проходимость, на экспериментике. Разгоняем! Погнали! Вау! Это что такое? Это что? Он просто улетел. Ладно, хорошо, если так тачка будет улетать, то, в принципе, давай мы будем давать еще одну попытку, потому что реально какая-то фигня. Так, давай-ка, попытка номер два, я буду ехать чуть-чуть помедленней. Давай, еду помедленней. Давай, вот, помедленнее прям. Самое главное, чтобы проехали. Давай, опачки. Ну, о, смотри, чего? Настолько легко грузовик проезжает водные кочки, что я просто в шоке, ты посмотри. Да ладно, а что он тогда улетел? Ну, просто, наверное, отскочил, да? Ой, ты чё? Ты чё застрял на последней? Ты чё застрял? Ребята! Он на последней кочке застрял, когда уже надо на финиш заезжать. Он просто взял и застрял. Ребята! Это чё за приколдес? Реально на последней кочке. Ай-яй-яй-яй-яй. А я-то думал. Зато со второй попытки хотя бы. Ну, блин, уже почти на финише, и он взял просто и заглох. Да, ребята, вот это грузовик. Окей, погнали мы в Мерседес. Минивенчик вот такой вот крутой. Садимся и погнали. Он, кстати, очень круто выглядит. И даже в салоне очень стильно, ребята. Прям очень стильно. Так, ну а мы погнали. Мы погнали, берем и летим. Давай, опа.
Ну понятно, как обычно. Как обычно, ребят, просто как обычно. Еще разочек, давай, давай, давай. Аккуратненько, опачки, вау. Нифига себе подлетели. Вау, ё-моё, сейчас дверь отвалится уже. Она вся поломалась. Ребята, она просто вся поломалась. Тачка вся поломалась. Давай, поехали, вау. Извини, машиночка, я не хотел тебя сбивать, конечно. А как развернуться? Ребята, я еле развернулся, это просто капец. А, давай, поехали, пожалуйста, поехали. Но она все равно, смотри, давай. Она просто застряла. Это как понимать? Так, во-первых, машинку мы достанем. Я ее случайно шип. А во-вторых, вот это просто реально какашка. Машинка полная какашка. Я даже ее вот сюда вот поставлю, вот сюда. Она реально нифига нет. Просто ни финташеньки она не может нормально проехать. Так, погнали бы теперь на вот этой космической как будто тачке. Космос! Тачка просто космос. Так, садись. Залезай в тачку, Ралюха. Залезай, залезай. Все, погнали. Опачки, смотри просто, что за робот. Что за трансформер, блин? Реально тачка трансформер. Так, погнали. Разгон и на кочку. Бам. Вау. Ты прикинь. Это что такое? Мы про... Это просто экшен. Что за экшен был сейчас у нас? Ты видел? Пересмотри. Это самое крутое прохождение этих кочек. Реально, вот для таких моментов нужно видосики смотреть от начала до конца внимательно, чтобы вот такие крутые моменты не пропускать. Это реально, что это было? Вот это мы пролетели! Вообще! Просто все кочки водные, опупенно. И, ребята, у нас остается супер тачка, а именно лимузин гелик Влада А4, самый длинный. Лава-лава. Давай мы как в него сядем и посмотрим, докуда он вообще сможет у нас доехать. Или вообще до конца доедет, да? Если доедет до конца, я просто офигею. Ну чё, Владик, ты готов? Владик, вот это видал? Мы поехали! Давай, давай, надеюсь, у тебя тачка крутая, ребят, да. И надеюсь, вы... зарядили лайкосики на этот видосик. Обязательно, кто не поставил, тот жареный говяжий соленый огурец на полу валяется, никто его не ест. Да, ребята, вы же жареный говяжий, кто лайки не ставит. Все, а я поехал на гелике. Разгоняем гелик Владика 4 и просто по кочкам фигарим. Вау, смотри, вот это прохождение. Вот это да, вот это просто блестяще. Вот это я понимаю, машинка, просто супер. Ребят, давай, пиши в комментарии, какая тачка тебе больше всего понравилась. Мне, ребята, понравилась вот эта тачка Лава-Лава и вот эта тачка из будущего. Это просто круто, лимузин гелик и вот эта тачка, это просто две крутые машины. А ты пиши в комментарии, да и напиши еще в комментарии, на какой тачке мне еще проехать в GTA 5 на эксперименте. Ребята, большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самые лучшие ребятушки у меня, знаете это и не забывайте. Ну, а с вами был Ралюха, это был эксперимент в GTA 5. Глубокие, ой, не глубокие, а водные кочки. Всем удачки и всем пока-пока!